Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Анатолий Юницкий выступил с докладом о Spaceway на второй международной научно-технической конференции «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи, проекты». 30 июня закончился бета-тест блокчейн-платформы Skyway. С 1 июля платформа работает в штатном режиме. Специалисты ООН выпустили сборник материалов по результатам обсуждения программы «Целей устойчивого развития». Одним из партнеров программы выступил проект Skyway. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. 21 июня в Беларуси прошла вторая международная научно-техническая конференция «Безракетная индустриализация космоса. Проблемы, идеи, проекты». В конференции, которая прошла недалеко от столицы, приняли участие изобретатели, представители академических и научных кругов, общественных организаций из Беларуси и десятка зарубежных стран, включая Великобританию, Германию, Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Первая конференция, посвященная вопросам безракетной индустриализации космоса, состоялась в 1988 году и собрала около 500 гостей из СССР и зарубежья. С докладом о необходимости масштабной индустриализации космоса с помощью проекта Spaceway на конференции в этом году выступил изобретатель струнного транспорта Анатолий Юницкий. Основные тезисы его выступления вы можете прочитать на нашем сайте. Завершились работы по подготовке блокчейн-платформы Skyway, которая была анонсирована летом 2018 года. Акция по обмену долей на токены также объявляется завершенной. С 27 по 30 июня платформа была запущена в режиме бета-теста. В период бета-тестирования зарегистрироваться на платформе могло ограниченное количество пользователей. С 1 июля платформа начала работать в штатном режиме. Сегодня доступ к платформе имеют все пользователи, которые обменяли свои доли на токены в рамках соответствующей акции. На нашем сайте в разделе «Новости» вы можете найти инструкции для того, чтобы получить свои токены на платформе. Свои замечания и предложения по работе платформы отправляйте на электронную почту support@svg.io. Просьба отнестись с пониманием и ответственностью к процессу бета-тестирования, так как блокчейн-платформа Skyway – это новый, долгожданный и важный продукт для инвесторов компании. Цели в области устойчивого развития или Sustainable Development Goals – SDG. Программа, принятая ООН в 2000 году, официально известна как «Преобразование нашего мира». Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. По результатам заседаний ООН, на которых обсуждалась реализация SDG, был издан сборник материалов, в котором проект Skyway указан как партнер программы. SDG – проект будущего международного сотрудничества, который содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач, направленных на процветание и улучшение качества жизни людей во всем мире. В начале июня участники программы встретились в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Ранее на всех континентах были отобраны 25 ведущих городов и 5 коренных общин, на примере которых планируется доказать возможность полного осуществления SDG к 2025 году. Все это нужно, чтобы объединить людей и сосредоточить усилия и ресурсы на создание общества будущего. Реализация проекта Skyway и Spaceway может стать решающим фактором в достижении всех целей SDG. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.